Дело в том, что мир наш приближается к концу. И в какой бы ситуации мы ни находились, нам не удастся уклониться от ответа на самый важный вопрос. Готов ли я встретить Бога? Несомненно, этот вопрос является важнейшим на протяжении всей мировой истории, потому что он касается каждого из нас. Невзирая на то, богаты ли вы, как мультимиллионер, или бедны, как церковная мышь в известной поговорке, и живете в трущобах, каждый человек, в конце концов, должен будет ответить перед Богом. И никто из нас, ни царь, живущий во дворце, ни самый бедный человек в мире, ни один человек не может быть уверен в том, что не умрет завтра. Поэтому каждый из живущих должен быть постоянно обеспокоен своими взаимоотношениями с Господом. Мы знаем, что не можем спасти себя сами. Если нам суждено обрести спасение, его должен даровать нам Бог. Но мы также знаем, что Бог милостив. Он избрал некоторых из нас ко спасению. Он нелицеприятен. И если я пока еще не спасен, я, как и любой другой человек, все еще могу оказаться среди избранных Богом. Единственное, в чем я уверен наверняка, это в том, что Бог спасает тех, кто слушает Слово Божие. Поэтому каждый, будь он богат, как царь, или беден, как раб, должен слушать Слово Божие и молиться о мудрости для понимания части того, что в нем написано. Молиться о послушании Богу. В то же время я должен умолять Господа: Боже милостивый, смилуйся надо мной, помоги мне терпеливо ожидать исполнения Твоей воли. И, возможно, ко мне тоже однажды придет благословение спасения.